В Сергиевом Посаде появился дискуссионный клуб дилетантов. Он открылся на площадке Общественной палаты Сергиево-Посадского округа. Инициатором создания клуба стали член Общественной палаты Сергиево-Посадского округа Владимир Прокопенко и председатель местного отделения Союза женщин России Валентина Устеменко. К нам в Общественную палату и в Союз женщин постоянно обращаются люди, которым бы хотелось обсудить разные сложные, спорные, может быть, даже вопросы. И таким образом мы приняли решение с Прокопенко Владимиром Алексеевичем, и я, инициаторами этого стали. Мы сделали такое предложение и решили создать дискуссионный клуб дилетантов. Дилетантов, потому что мы не во всем же профессионалы, и люди, которые у нас здесь собираются, тоже не все вопросы могут освещать, но тем не менее. Вопросы и культуры, и туризма, все, чем живет наш округ. И что интересно в нашем округе, нашим жителям, на том мы будем дискутировать. Заседания дискуссионного клуба будут проходить регулярно, каждый первый четверг месяца. В первой встрече приняли участие председатель Совета депутатов Сергиево-Посадского округа Рита Тихомирова и председатель Общественной палаты Сергиево-Посадского округа Мария Дайн. В планах организаторов клуба оказывать поддержку интересным идеям и проектам, которые будут рождаться в ходе дискуссии. Естественно, будем и какие-то проекты рассматривать, если захотят люди представить какие-то проекты, или мы увидим, что у нас в городе есть какие-то интересные идеи, мы пригласим их сюда, послушаем и, конечно, будем продвигать, конечно. Темой первой встречи дискуссионного клуба дилетантов стали вопросы современного образования. Дарья Леонова, Дмитрий Зайчиков, ТВР-24.